ॐ तदंश्वं शौ वरणियो ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि. Следует сказать о том, что если болезнь возникает до завершения полового созревания, то эта болезнь целиком и полностью связана с родом. И когда мы говорим в особенности о детях до 6 лет, то есть совсем маленьких детях, то здесь огромная ответственность лежит на старших членов рода. Не только на родителях, но и бабушках, дедушках, прадедушках и прабабушках, если они живы. Потому что от их усилий зависит здоровье человека. От того, как был зачат ребенок, от того, как протекала беременность, а это целиком и полностью зависит не только от женщины, но и от мужчины, то есть от ее мужа, создает ли он эти условия. От того, как себя ведут супруги в первые месяцы и годы жизни этого ребенка, очень сильно зависит здоровье ребенка. Так далеко ходить даже не надо. Вот есть дети, у которых там постоянные ангины. То есть они все время не вылезают из этих ангин. Или, может быть, не ангина, но просто частые простудные заболевания. Тут может быть две причины. Либо в семье культивируется ложь. То есть люди живут, и они постоянно врут друг другу. Например, супруги, они обманывают друг друга. А дети это чувствуют, у них проявляется это как в форме чаще всего ангина. Либо другая причина. У них нет настоящей любви. Они не умеют любить друг друга. А дефицит любви очень сильно чувствуют дети. А как восполнить дефицит любви? Продуктами сладкого вкуса. Это сладкое, мучное. Вот такие вот продукты в большом количестве, которые порождают очень много слизи в итоге. На слизи надо куда-то деваться потом. Они начинают это все компенсировать, поскольку эти продукты с высоким гликемическим индексом, они очень быстро насыщают кровь глюкозой, и та, соединяясь с триптофаном, стимулирует образование эндорфинов. Таким образом, ребенок сам подсознательно начинает себя обманывать, чтобы получать эту радость жизни, которую он, естественно, должен получать. Ребенок должен иметь среду максимально. Вот в чем задача родителей создать, ну не только родителей, а дедушек и бабушек, создать максимально гармоничную среду для того, чтобы ребенок мог расти. Ребенок сравнивается с маленьким деревцем или цветком. А маленькое деревце или цветок, оно требует особого подхода в зависимости, что это за растение. Есть неприхотливые растения, а есть те, которые требуют каких-то особых усилий. Даже, может быть, дополнительного света или тепла. И родители должны знать, как это сделать. Если они не знают, они должны обратиться к специалисту, который им это подскажет. वरणियो ज्योतिष्कुम्भस्य धीमहि कृतं भव्यं हि भावय ॐ.